Всем привет, с вами канал Лига Music Wars. И сегодня у нас рубрика видео от подписчика. Но, понимаете, я просто так никогда не могу сделать. Мне очень интересно было узнать о том, что, ребята, на каждое из призов есть определенный шанс выпадения. Сколько бы вы ни крутили, то есть получается, у него есть шанс. Допустим, у зомби шанс выпадения там 1%, да? Звезды шанс выпадения 2%, там конфетки какие-то, шанс, допустим, выпадения там 12-15% и так далее. У каждого из призов есть свой шанс выпадения. И мне нужно было действительно, ну то есть адекватное или большое количество торнов для анализа. В этом мне помог мой друг. Спасибо тебе, Фоксик, за предоставленное видео по прокрутке торнов. На основе него я сделал более-менее адекватный анализ. Ну, по крайней мере, относительно твоего ака. Если считать, что проценты для каждой прокрутки для персонажа индивидуальны. Но я так не считаю. Поэтому я думаю, что прокрутка для всех одинаковая. Ну, если есть какие-то другие, ребята, мысли по поводу этого, оставляйте их в комментариях. Ну, а сейчас на 2x, ребята, прокрутка. Посмотрите, как и что человеку выпадает. И, соответственно, после прокрутки полный анализ, разбор всей таблицы со всеми красотами и так далее. Ну, смотрим. Вау, поехали, короче. Yeah.
Давайте мы к анализу, давайте мы к анализу. Ну и, конечно же, колесо фортуны. Проценты, соответственно, ребята, и анализ. Поехали. И вот у нас было 100 тысяч торнов, за исключением, ребята, тех моментов, когда на видео... То есть, соответственно, человек выкручивал по 550 торнов. Там еще сверху было накручено примерно около 2500. Но, как бы, это не имеет значения. Главное, это, ребята, целостность. То есть, если считать, что там не имеет значения, если 50 тысяч торнов, там 700 тысяч торнов, это есть, и распределить все количество призов по количеству, которые выпали, сунуть их в один круг, посчитать, что это будет общее количество и оно равно 100%, то, ребята, получается вот такая вещь. Так, извините, я тут немножко перекрыл, давайте меня сдвинем там, где сильно нету этого, вот так вот примерно. И в общем, когда я сделал этот анализ, вот такой вот, блин, неудобно. Когда я, в общем, сделал этот анализ, получилась вот такая вот вещь. И я тут, ва, ничего себе там, блин, как в этом, короче, разбираться и все. Ну, если интересно, можете остановить, конечно, на паузу. Это все просмотреть. В общем, круг, ребята, является 100%. И вот самое интересное, что даже при выпадении главного приза, ребята, равному единице, то есть за всю прокрутку, то есть 100 тысяч торнов, я посчитал, что ну хотя бы один раз должен выпасть главный приз, но он ни разу не выпал. Но его надо внедрить, хотя бы надо внедрить, получается, в этот круг. И поэтому я считаю, что шанс выпадения главного приза меньше, ребят, 1%. То есть судя по количеству выпадений всего остального. Ну, как вы видите, ну, то есть перекидывается, получается, большую львиную часть от всего у нас отъедают. Это 48, это энергетики, сразу говорю, 47, получается, это конфеты, 60, ребята, это кредиты, и 43, это Грэмми. Все остальное, как вы видите, ну, там распределено. Ну, давайте дальше, там все веселее, там немного веселее, так. И мы делаем вот так, меня обратно возвращаем, говорим, давай ты будешь здесь. Вот, и я примерно раскидал, ребята, вот так. Ну, то есть главный приз, соответственно, я не мог ему поставить 1%, потому что он ни разу не выпал со 100 тысяч, то есть это прям реальное невезение. То есть, я не знаю, у многих выпадает, причем по два раза, но это просто, ребята, вы просто удачливые люди. Ну... Примерно получается у нас вот такая система. То есть главный приз это меньше 0,5%, малые кредиты это 14% получается от всего вашего прокручивания и так далее. Конечно, я не буду, давайте не буду вам все, вы можете остановить на паузу и все почитать. Меня, ребята, главное интересовал сам этот процесс. Вы не поверите, как я это считал, как я это все выписывал, чтобы это все было. Ну, вот прикольно, самое интересное, смотрите, даже 300 ша выпадает шансом 1,5%. 500 генов является более низким по уровню, у него 2%, 3 крианита тоже 2%, в общем, типа такого. А вот шанс волны 4% берется, и турбо, смотрите, турбо выпадает чаще. Ну, то есть, ну, аптечка имеет в виду, аптечка, у нее чуть шанс повыше. То есть, если кому-то надо, то есть, тут прокручиваешь. Ну, ладно. И, кстати, это выпадение именно на 10x, ребята. И если считать шансы выпадения не на 10x, а выпадение, получается, на 1x по 250, я думаю, что они будут немного разниться. Но, ребята, такое количество данных перепросчитать, короче, это мне... Это сколько надо времени потратить, ну, я не знаю.
Ну, можно, конечно. Ну, они все время рулетку чуть-чуть подкручивают и меняют, так что тут это, как я сказал сразу, анализ на 23 марта. Ну и, соответственно, последний давайте. Вот у нас конфета. У нас конфетная выпадала, то есть на 11%. Кстати, очень интересная вещь. ВИПов почти не выпало. ВИПов почти не выпало, получается 1.5%. У меня раньше ВИПы очень хорошо выпадали. И я считал, что шанс выпадения у них примерно 2 или 3%, но оказалось 1.5%. Ну, в общем, примерно вот такая табличка. Если кому интересно, по видео, ребята, перематываем назад, вперед, назад. Вперед. В общем, мы смотрим все, что вам надо. Меня вот больше всего в этой игре мне как раз и нравятся вот эти математические все просчеты. Ну, теперь вы точно знаете, что шанс выпадения главного приза, ребята, равен 1% или меньше. Шанс выпадения 1000 звезд 1%. В общем, главные призы, за которыми многие охотятся, это 1% и 2%. Примерно, представьте, да, то есть, а все остальное, там, представьте, шансы по 10, по 11, то есть, в 10 раз примерно разница. Ой, спасибо всем, кто смотрел. Приходите на мой канал, следующее, ребята, видео будет стримом. 21:30, ребята, по московскому времени, в субботу. Я вас жду. Приходите. Обязательно. А на стриме анонсируем следующее видео. Всем счастливо, всем пока. Если кому-то понравился данный видос, именно по разбору процентных соотношений, ребята, ставим лайк, не забываем. Я стараюсь для вас. Счастливо! Нормально, реально.